Если разговор заходит об оловянной посуде, то первое, что приходит на ум, это немецкая компания Artina SKS, поскольку она уже 40 лет признанный лидер в производстве посуды из олова, из 95% качественного олова. И сегодня я хочу вам показать вот такой вот наборчик маленький, ну, если можно так назвать наборчиком, из двух стопок. Вот такие вот стопочки. В принципе, маленькие очень, по 30 миллилитров. Вот в такой вот прозрачной коробке находится. С ними вместе находится вот такой вот сертификат на немецком, английском и русском языках, который говорит, что это изделие очень качественное. При производстве использовались материалы для пищевых продуктов, значит, заслуживает доверия. В общем, ну, в общем-то, можно это почитать, вы сами это все почитаете. Я лишь скажу, что практически все изделия компания Artina делает вручную, вернее, делает не компания, а люди, которые вкладывают душу в эти изделия, которые мастера, которые работают на этой фирме уже многие годы. Вот, все делается вручную, полировка олова очень тщательная. Я лишь должен вам сказать, что, ну, в общем-то, может, для этих двух стопок посуда слово, ну, как бы сильно сказано, но в любом случае постарайтесь их ограничить от воздействия каких-то моющих средств, кислот, абразивных средств. В общем, помыть их можно просто теплой водой, протереть шерстяной тканью, и этого будет достаточно, поверьте, чтобы эти стопки были с вами долгие-долгие годы. Вот. Эти стопки, именно эти стопки, ничем не украшены, они сами по себе такие вот лаконичные. На донышке стоит лишь клеймо компании SKS Artina, которая говорит о том, что содержание олова 95%, и эта вещь сделана в Германии. Вот. Но, в принципе, Artina SKS славится очень богато украшенными изделиями из олова. Вы можете посмотреть это все в магазине «Купи сувенир» или на каких-то других ресурсах. Но надо сказать, что купить на сегодняшний день можно, в принципе, только у нас. Надо посмотреть, выбрать, посоветоваться с нами, может быть, и эти вещи могут стать подарком для вашего близкого, любимого человека. Спасибо.